26 ноября 2015 года ушла из мира яви Светлана Васильевна Жарникова. По древней славянской традиции, в 40-й день ее смерти мы направляем свои светлые мысли и произносим памятное молвление о Светлане Васильевне. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С нами Екатерина Кислицына. Здравствуйте, Екатерина. Здравия. Мы начинаем нашу беседу, посвященную памяти Светланы Васильевны Жарниковой. Катерин, давай начнем с того, что в твоем понимании творчество Светланы Васильевны и кто такая сама Светлана Васильевна? Я бы Светлану Васильевну поставила в один ряд со всеми самыми выдающимися и светлыми именами в истории России, которые когда-то очень сильно помогли нашей стране. И вообще, я считаю, что ее по праву можно назвать настоящим подвижником и даже пассионарием, потому что в вопросах истории, культуры нашего народа она просто невероятно огромную стену вот просто сдвинула своими хрупкими женскими плечами и руками, даже не знаю, как это правильно назвать, вот просто преодолела, прорвала очень серьезную брешь. И впоследствии для нас это еще отзовется в миллионы раз светлыми, прекрасными событиями вообще в нашей дальнейшей истории и культуре, которая уже будет по-другому развиваться, и мы уже будем другими. В свое время Михаил Васильевич Ломоносов очень активно защищал нашу древность. И ему приходилось бороться с нелюбителями славянского направления, с теми, кто замалчивал нашу историю, а порой ее специально искажал, уменьшал, и доходило вплоть до рукоприкладства со стороны Михаила Васильевича. И известно тот факт, что даже он был в свое время в тюрьме, и над ним висел дамоклов меч в виде приговора о лишении жизни. То есть в те времена нашелся один из ярких представителей славянства в лице Михаила Васильевича Ломоносова, который сумел продавить тот барьер, который был поставлен миллерами, шлёцерами и байерами. На твой взгляд, Светлана Васильевна жила все-таки в несколько другом мире, в другие времена, где информация более доступна. Но Михаил Васильевич Ломоносов, Светлана Васильевна Жарникова так или иначе действовали в одном направлении, и также им приходилось что-либо пробивать. Да, конечно, ее по праву назвали уже во многих источниках, даже в наших СМИ, что она продолжательница дела Ломоносова. Потому что, по сути, она закончила, можно сказать, его миссию. Она ее продолжала, она ее осуществляла. И то, что она жила в другое время, когда уже больше технических возможностей, когда можно на любом конце земли что-то раскопать, что-то посмотреть, когда можно почитать любые летописи, любые описания, у нее этих технических возможностей было гораздо больше. Поэтому она вот по сути, поставила точку в деле Ломоносова. Я даже вот не побоялась бы вот так вот сказать. Какие труды ты рассматривала, готовясь к сегодняшней нашей беседе? Какие труды Светланы Васильевны Жарниковой тебе попались на глаза, и что о них можно сказать? Вообще Жарникова более 30 лет занималась исследованиями, связанными с Гипербореей. И вот то, что бытует мнение в официальной науке, что это какая-то мифическая страна, на самом деле это уже постепенно становится вытеснено различными фактами, описаниями, различными исследованиями, и потихонечку готовится научная база для того, чтобы признать существование государства, которое было примерно на севере России, что это было высокоразвитое государство, высокоразвитая цивилизация. Жарникова занималась этим вопросом, и вот интересный сайт в интернете, он называется, по-моему, Гиперборея.орг. Ну, можно забить Жарникова, все о Гипербореи. Как-то так забить можно. И там найти все, что связано с Гипербореей. И она не просто сама все исследовала, она систематизировала, обобщала труды всех ее предшественников, ее коллег, соратников. Там можно найти ссылки и на их труды.
То есть полнейший, объемнейший материал. Очень интересный сайт. Всем рекомендую. Плюс еще Жарникова написала несколько книг. Я могу перечислить их названия, и можно тоже их найти, заказать, купить в интернет-магазинах. Или можно даже в свободном доступе найти. Ну, вот такие названия, как «Золотая нить», «Исторические корни образа Деда Мороза на русском севере», «След ведической Руси», «Архаические корни традиционной культуры русского севера». Также у Жарниковой находятся в свободном доступе десятки научных статей. Просто, ну, достаточно вот имя ввести в Google или в какой-то другой поисковик, и там выйдет очень много информации о ней. Это человек, который работал на большие массы людей, который не скрывал где-то там в узких кругах то, что он сделал, а именно все это выносил, доносил, и причем очень доступно. Очень часто нелюбители всего русского говорят о том, что те, кто начинают говорить о славянстве, очень много придумывают и додумывают. Но в случае Светланы Васильевной этот номер не проходит, потому что Светлана Васильевна, как ученый, подавала информацию в виде фактов со своими размышлениями, со своими описаниями, со своими порой даже инструкциями, как дальше исследовать, как дальше что-либо изучать. Вот из того, что тебе известно, насколько ее труды, насколько ее статьи убедительны в этом отношении, насколько они отличаются от тех голословных порой утверждений любителей славянского направления, которые часто можно встречать в интернете и которые как раз и хаят наши недруги. Мне достаточно привести такую ее цитату из последнего интервью, когда она уже, к сожалению, предвидела свою близкую кончину и говорила о том, что у нее появляются проблемы со здоровьем. В то же время она говорила, что очень рада, что донесла для людей то, что хотела. Ну так вот, она сказала: «Я в свое время поставила перед собой задачу разобраться в нашей истории и понять, что мы не с ветки слезли, и никакие цивилизаторы сюда не приходили, и что, в принципе, русская икона появилась не потому, что была греческая. Я обнаружила, что имею дело с огромным количеством вранья, и еще мне было жалко тех историков, которые на эмоциях жили, доказательной базы не имели и становились объектами издевательств». И она такое слово интересное потом дальше привела. Она хотела быть пулей непробиваемой, чтобы никто не мог смеяться. Вот она буквально так говорила о своем труде, потому что она себя обезопасила от нападок различных кривотолков и обвинений набором фактов, которые выявлены с помощью глубочайшего научного анализа, с помощью железной логики, которую очень сложно опровергнуть. И вот если послушать ее лекции, там просто... Там такие глубинные знания, такие глубинные пласты информации, просто тут источников огромное количество. То есть она изучала письменные источники, изучала летописи, она изучала труды своих коллег, историков, этнографов, всех исследователей, которые работали в подобном направлении. Она изучала названия рек, озер, населенных пунктов. Она изучала русский язык в его архаических каких-то формах и диалектах. Она изучала художественную литературу, все там сказки, предания, былины. Она изучала традиции, обычаи, русский орнамент. Изучала такие феномены, как русские гусли, русская прялка, Дед Мороз, откуда вообще такой персонаж произошел. И она изучала это не просто так, а изучала в сопоставлении с восточными источниками. То есть она была очень хорошо знакома с писаниями Индии и Ирана, такими как Ригведа, Махабхарата, Авеста и так далее. И нашла очень много общего. То есть она все это системно обобщила, все очень четко разложила по полочкам
И еще плюс она все это сопоставила с археологическими данными. И еще очень интересный момент, что она не просто обращалась к каким-то источникам, а еще сопоставляла это с условиями, в каких условиях написаны были данные произведения и о чем говорится в сюжетах. То есть если в Ведах, которые принято называть восточными, индийскими, описано северное сияние, то, соответственно, они не могли быть написаны в жаркой южной стране. То есть тут пуленепробиваемая логика и глубочайший анализ. Поэтому она вот благодаря своей преданности делу и глубокому рвению нащупала очень-очень глубокие корни. Поэтому вот ей удалось практически сделать невозможное. Ты общаешься с различными известными учеными современности, которые занимаются фундаментальными направлениями в науке. Большинство из ученых скептически относятся к нашему прошлому. Те ученые, с которыми ты общаешься, как они относятся к жизни творчества Светланы Васильевны Жарниковой? Вообще все больше и больше людей проявляют интерес к жизни и творчеству Светланы Жарниковой. И дело даже не в том, что это ученый или не ученый. Если это человек, который действительно хочет понимать, в какой он стране живет, кто его предки, какова его история, он в любом случае обратит на Жарникову внимание и на подобных ей людей. А если человеку, в принципе, все равно, ну, значит, ему все равно и неважно, является он ученым или не является. И вообще очень сложный сейчас момент происходит в науке, что очень многие старые парадигмы, они размываются и стираются. И для ученых, которые жили в определенном информационном пространстве, новое воспринимать действительно болезненно и тяжело. И это требует глубоких личностных и духовных сил вообще понять, перестроиться, осознать. Ну вот это такое требование нашего времени. Сейчас все очень быстро меняется. И люди, которые идут в науку, должны быть к этому готовы. Слышал недавно запись Фионовой Людмилы Кузьминичной, где она очень нежно и с добротой относилась к деятельности Светланы Васильевны Жарниковой. Тебе же приходится с ней общаться, с Людмилой Кузьминичной. Вот когда ты с ней разговариваешь, этого момента касаетесь вы, то у тебя какие впечатления? Это просто дань моде или на самом деле Людмила Кузьминична понимает всю глубину тех работ, которыми Светлана Васильевна нас одарила? Да, она понимает всю важность этих работ и понимает, что если наш народ не начнет осознавать свое реальное прошлое, свою культуру, не начнет понимать, где правда, где ложь, в принципе, это будет касаться всего, что есть в жизни народа. Абсолютно всего, и экологии хорошей не будет, и экономики хорошей не будет, и образования хорошего не будет, потому что все идет из корней. То есть она видит основу нашу древнюю в виде основы для современности? Да, просто человек, у которого отрезали корни, он не способен выполнять свое предназначение и жить так, как требует его суть. Я бы так сказала. Из того, что ты готовила к нашей сегодняшней беседе, можешь что-то зачитать или пересказать своими словами еще помимо того, о чем мы с тобой говорили? Ну, я хотела бы коснуться биографии кратенько Светланы Васильевны. Может быть, кому-то это покажется интересным. На самом деле, эта прекрасная женщина родилась в городе Владивосток Приморского края в 1945 году. В 1970 году закончила факультет истории изобразительного искусства Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в Ленинграде. Затем работала в городе Анапа Краснодарского края и в Краснодаре. С 1978 года по 1990 Светлана Жарникова являлась научным сотрудником Вологодского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Затем по 2002 год она работала научным сотрудником, затем заместителем директора по научной работе Вологодского
научно-методического центра культуры преподавала в Вологодском областном институте повышения квалификации педагогических кадров и в Вологодском государственном педагогическом институте. В 1988 году Жарникова защитила диссертацию на тему «Архаические мотивы северно-русской орнаментики». С 2003 по 2015 годы жила и работала в Санкт-Петербурге. Она является членом Русского географического общества. Она, в принципе, человек, который в научных кругах известен, но вот такого большого распространения именно в среде официальной науки, официального образования ее труды не нашли. Они широкой огласке не подверглись, но, тем не менее, может быть, даже это и преимущество, что Светлана Васильевна, она работала на массы. Она очень активно читала свои лекции, проводила различные семинары, давала интервью. И работала она для того, чтобы донести информацию до широкого круга зрителей. И что вот отличает ее от многих авторов, то, что она умела очень доступно и просто излагать свои мысли и доносить информацию просто до всех. Вот она могла заинтересовать даже ребенка, она могла заинтересовать даже каких-то людей, которые вообще никогда бы не столкнулись и не интересовались этой темой. И в то же время, как вот уже было упомянуто, что и для ученых она тоже интересна, которые действительно хотят разобраться, что к чему. То есть вот такая вот доступность, простота подачи, и даже она была человеком с юмором, жизнерадостным, и вот это действительно ей еще большой-большой плюс, и просто даже не хватает слов, чтобы выразить все почтение этой замечательной женщине. Уровень общества всегда показывает тот факт, как реагирует общество на смерть того или иного человека. И когда уходит из жизни какой-либо актер или политик, который, по сути, тоже является актером, то есть он повторяет чьи-либо слова или чьи-либо мысли, только один из них, актер, говорит это на сцене, в театре или кино, а другой это говорит с трибуны, то сразу все средства массовой информации начинают пестрить объявлениями о том, что ой-ой-ой, ушел какой-то известный хороший человек. А когда уходит какой-либо человек, который сумел создать что-либо новое в этой жизни, причем создать не просто так что-то, а создать полезное для нашего общества, то средства массовой информации особо об этом не говорят, а многие вообще не говорят. Насколько я понял, о Светлане Васильевне Жарниковой упомянули единожды на ленинградском телевидении о том, что вот ушла из жизни Светлана Васильевна Жарникова. А все остальные средства массовой информации оставили без внимания этот факт. Как раз это и есть тот самый показатель, о котором я говорил. СМИ реагируют на потребности людей, живущих в стране, и выдают только ту информацию, которая этому обществу нужна и интересна. Когда мы видим, какие интересы у нашего общества, которые показывают, и о чем говорит СМИ, меня немножко это расстраивает. Да, я полностью согласна, меня тоже расстраивает, потому что такое замечательное имя, создавшее просто удивительный такой, скажем, такой кладезь, источник знаний, она как путеводная звезда, которая повела наш народ, и вот упомянута была единожды на Санкт-Петербургском телевидении. Но, тем не менее, людей, которые интересуются настоящей русской культурой, ее истоками, корнями, прошлым, становится все больше и больше. И в этой-то среде она знакома каждому, абсолютно каждому. И представители данной среды все согласны, что понесли невосполнимую потерю, но тем не менее она останется навсегда в сердцах. Ее книги, ее лекции, интервью – все на слуху, все они прочитываются, либо просматриваются, либо прослушиваются, то есть все они востребованы, все они нужны и распространяются.
И, в принципе, это имя, которое будет жить, и, возможно, спустя многие годы оно обретет еще большую популярность и известность, нежели сейчас. Вполне возможно, что в каких-либо городах мы увидим улицы с ее именем, названные ее именем. И это будет по-настоящему очень хороший показатель созревания нашего общества. Из того, что ты готовила, тебе что-то есть еще сказать? Вообще, мне очень понравились ее слова, когда она записывала свое интервью, уже одно, возможно, из последних. Я зачитаю. «Я люблю свою родину, никуда не собираюсь и никогда не собиралась ее покидать. И мне всегда было очень обидно за то, что постоянно унижают мой народ. Постоянно говорят о нашей глупости, о нашей серости, о нашем варварстве и так далее и тому подобное». То есть меня вот эти слова ее до глубины души задели, потому что каждый человек, кто любит свою страну и свой народ, вот он точно такие же эмоции воспитывает, в себе испытывает. И просто, когда начинаешь об этом во всем задумываться, тогда действительно понимаешь, что нужно изучать, нужно разбираться и нужно очищать свое сознание от пластов лжи, в которую были мы погружены в течение многих столетий. И вот не случайно ей было дано такое имя, потому что она действительно на это вот темное болото, на этот мрак она пролила свет. Вот она действительно как путеводная звезда повела наш народ и пролила вот такой вот яркий-яркий свет. И в душах свет, и вообще все, что касается этой женщины, вот ассоциация – это свет. У нас есть такая традиция, когда говорящий что-либо желает тем, кто это слушает. Но поскольку мы сегодня не просто так общаемся с нашими радиослушателями, а общаемся по определенному событию, у нас сегодня День памяти Светланы Васильевны, то я предлагаю тебе сначала сказать что-либо доброе памяти Светланы Васильевны, как будто ты обращаешься к ее душе, непосредственно пожелать ей что-то, а потом уже пожелать что-либо нашим радиослушателям. Ну, я бы сказала, обращаясь мысленно к Светлане Васильевне, что огромная ей благодарность, огромное чувство гордости за эту женщину. И вот мне тоже сейчас все чаще и чаще приходится разговаривать с людьми, и когда меня спрашивают, откуда ты берешь что-нибудь про славян, и какая связь между славянами, между Индией, и еще какие-то подобные вопросы. Откуда ты вообще берешь, что славяне древние, они далеко не древние, язык у них не древний? Я вот первым делом всегда привожу Светлану Жарникову. И просто этот человек, который помог не только мне, а многим людям осознать и понять вообще, что такое действительно наш народ и что такое наше прошлое. И еще то, что все-таки, когда в тебе говорят эмоции или то, что вот сейчас принято называть генетическая память, родовая память, какие-то образы всплывают, это многими людьми не воспринимается, а воспринимаются только четкие и выявленные факты. И именно эти факты всегда приводила Светлана Жарникова, и поэтому я всегда на нее ссылаюсь. И это действительно очень помогает, и многим людям, которые как-то сомневаются, и тоже, познакомившись с Жарниковой, они тоже начинают задумываться и понимать, откуда все-таки ведут свое изначальное происхождение славяне и так далее. Вот. И огромная благодарность этой женщине, огромная гордость за нее. И я бы очень хотела, чтобы это имя жило в сердцах наших людей, чтобы ее помнили всегда. И чтобы, самое главное, чтобы еще нашлись люди, которые бы продолжали ее дело. И это не обязательно только история. Это вообще, наверное, всего касается. Если человек предан своему делу, ему нужно идти до конца. И вот как Светлана Васильевна, она вот до самых-самых глубоких корней добралась. Так вот, наверное, в каждом деле. Раз уж его делать, так
разбираться в нем до конца, добираться до самых глубоких корней, либо подниматься вот до самых-самых вершин. То есть такой вот ее необычайный перфекционизм, жажда, страсть к делу. Вот это действительно заразительно, и это хорошо было бы для нас, для всех. То есть ты объединила сейчас послание Светлане Васильевне и нашим радиослушателям. Да, да, можно сказать и это пожелание. И еще хотела бы пожелать, чтобы люди, да, чтобы они больше ориентировались на таких, как Светлана Васильевна, на настоящих, преданных своему делу людей, на настоящих, по-настоящему мудрых людей, учителей, и всегда брали у них лучшие, учились всегда у лучших. Благодарю за добрые, теплые слова. От себя я хочу добавить. К сожалению, я лично не был знаком с Светланой Васильевной Жарниковой. Я не знаю ее внеземного имени. Я знаю только Светлана Свет Васильевна из рода Жарниковых. Поэтому могу только сказать от себя так. Светлана Васильевна, сварга тебе пречистая и вечная память. Да, присоединяюсь. На этом я прощаюсь с тобой, благодарю тебя за участие, а всем нашим радиослушателям желаю добра. Да, я тоже.